встречают стоя. ...46 выпускников 17-й школы весь зал приветствовал стоя. Позади 11 лет обучения. Некогда 11-й А и 11-й Б с этого момента вступают во взрослую жизнь. Всех собравшихся поприветствовала глава администрации города Ольга Чепрасова. Впереди у вас долгая и интересная жизнь. Желаю вам поступить в те учебные заведения, в которые вы наметили, добиться поставленных целей и реализовать все намеченные планы. Наталья Кротова, директор 17-й школы, отметила учеников, показавших хорошие результаты по ЕГЭ. Ребята отличились в таких предметах, как обществознание, математика, биология, английский и русский языки, физика, химия. Быстро закончилась ваша школьная жизнь. И, конечно, сегодня для вас самое главное – это выбрать свой путь, свою правильную дорогу в жизни. И очень хочется, ребята, чтобы никто из вас не пожалел о принятом решении. Слова напутствия сказали классные руководители ребят. Поименно дали характеристику каждому своему подопечному. Пожелали правильно выбрать путь, ну и никогда не забывать школу. Ответственный момент – вручение аттестатов – нельзя уже было откладывать. Особенным этот день стал для 6 медалисток школы, награды которым вручила глава администрации Ольга Чепрасова. Заветный документ теперь в руках. Одновременно грустный и радостный момент. Ребята крепко сжимали свои аттестаты, уже мечтая о взрослой жизни и предстоящих возможностях и перспективах. Это годы незабываемые, которые 100% останутся в памяти на всю жизнь. Школа подарила настоящих друзей, школа стала источником не только новых знаний, качеств личности, она сделала каждого из нас сильнее, каждого из нас индивидуалистом и настоящей личностью. Школа воспитала настоящих патриотов, которые будут бороться за свою родину и стараться ради своей родины. Самое главное, наверное, люди, с которыми ты прошел все эти годы, и это настоящие друзья, и сегодня в школе ничего не заканчивается. Я 100% уверена, что мы будем общаться и мы будем поддерживать связь. Выпускники 17-й школы не только сильны в учебе, награждены были и успешно сдавшие нормы ГТО. Свои слова сказали и представители Совета отцов. Трогательные пожелания прозвучали от родителей выпускников. Всего в городе в этом году выпустилось 558 11-классников. Вчера они получили аттестат об общем среднем образовании. Руслан Иванов, Павел Андреев. Новости Новочебоксарска.